Через 3 часа начнется крестный ход воронежский. От Воронежа до Тихона-Задонского. 5 дней. Светик, наконец-то. Надо было снимать, когда я в рот запихивала. Это вообще было бы шоу. Вот это истинно православный человек так выражается. Господа, как ощущения? На крестный ход все идем или нет? Почти. Полтора. Это частично. Так, собирается крестный ход. Ждем благословения. И к началу пути. С причастием, ты мой герой. Он выдержал все мои испытания сегодня на него. Свалившие. Ой, а что это, вы не один? А, я помню вас уже. Да. Причастие прошло. Без тебя, без тебя. Без меня скучно? О, банда, наша банда. Вся наша банда собралась. Привет. Привет! Ты меня не узнаешь, я знаю. Я помню. Но я не помню, как Сергей, зовут. Паша. Это Андрей. Ну вот крестный ход стартанул. Народ все прибывает. Все кинулись под иконами хотят стоять. Охранительных органов уже свыше 3000 человек, и еще там стоят вдалеке на обочинах, чтобы присоединиться. Интересно, что будет дальше. Thank you.
Давайте. Стартовали день второй. Идем далее. Сегодня чуть меньше нужно пройти. Всего 20 километров. У нас второй день. Первая остановка. Новоживотеево. Очень старинный храм. О, я вижу, его отреставрировали по сравнению с прошлым годом. Ну вот. Припадок, может, за предупреждением или нет? И так хорошо. Она говорит, ну, то есть решила попробовать, чем на это. Наверное, 5 дней. Мы, в принципе, юродивые. Вот третий день начинается крестного хода. Сегодня самый сложный день, нужно пройти 40 километров. Ничего интересного, конечно, для обзоров по ходу не будет, но когда будет вечерняя остановка, сниму, расскажу, что было, как было. Может, что-нибудь поснимаю. Ну, всем хорошего дня. Тайная сила идет. Дарья, будешь в кино. У нее на ногах такие дырки жуткие. Она решила все равно идти. Поет рядом Серж. Поддерживает ее молитву. Просто кто-нибудь. Дошли. Такой вот палаточный город выстроили. Военные. Людей очень много. Мы почти у реки Дон. Часов мы уже стартанули. Подходим к М4 Дон. Сейчас М4 Дон будут перекрывать. Впереди нас опять ждет сложный день, 40 километров. Всем хорошего дня. Перекрыли М4 Дон. Идем в монастырь уже, по направлению в монастырь. Дошли до Хлебного, прошли почти 20 километров. Еще столько же. Что я показываю ноги, но вот такие ноги почти у всех, кто идет на крестном ходу, независимо даже от обуви, от всего. Жуть. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе.
Наша команда Корсунского монастыря входит в Задонск. Ну, продолжим чуть позже. Ты монастырь, мы дошли, мы это сделали. Хочется кричать ура! Ура, товарищи! Ура! Моей жене благословляется. Павлик. Сергей. Павлик, начали. Вот здесь мы живем сегодня на клиросе. Красота вот такая вот. То есть мы живем в храме. Это чудеса. Господи, помилуй. Как день проходит? Да все хорошо. Не занята? Поели. Не сейчас занята? Пойдем поспим. Нет, что? Наконец-то вы дошли. Очень тяжело идете, очень. Грехов много. Думаю, назад пойдете после купели. Полетите просто. Прям без лестницы в горку. Мы сначала расплавимся в очереди. Да. Вон там уже кто-то. Вот, это нас включает. Ну так чуть-чуть, конечно, сережку держится. Лёшка, вот трое за меня. Ой, трое за меня, я пошел. Мы дошли наконец-то, да. Тихо. Мы немножко застряли. Нас опять не пускают. Вот наш кинооператор стоит. Паша. Гиде Мопассан.
О, девчонки. Ну, до следующих встреч на купили. Я нарежу нам фильм на память. Иисусе Христе.